Федеральная трасса Волгоград-Астрахань. Отремонтировано 3 участка протяженностью больше 16 километров. На одном из них новое покрытие разрезают дорожной фрезой. 15 минут и образец готов. Асфальтовый кубик проверят на прочность и плотность в лаборатории Астрахань-Автодора. Халтурили строители или нет, эксперты узнают через 3 дня. Если не будут соответствовать качеству асфальтобетонная вырубка по уплотнению или по водонасыщению, или по каким-то другим показателям, соответственно, подрядчик переделывает за свой счет, и объем работы не принимается. Дорогу отремонтировали в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Программа рассчитана на 8 лет. До конца года планируется заменить более 78 километров дорожного покрытия. Работы уже завершены на участках Фунтово 2 Байбачао, Астрахани Впраксино, Астрахань Зеленга, Астрахань Камызяк и Астрахань Марфина. Рабочие постелили новый асфальт, установили освещение, нанесли разметку из термопластика на пешеходные переходы. За ходом работ в Астраханской области следят представители общественной организации «Дорожная этика». Они выезжают на объекты. Нарушений пока не фиксировали. Впрочем, только время покажет, как долго продержится новое покрытие. Мы говорим о том, что положили асфальт, и он лежит там не 2-3 месяца, да, его там дождями размывает, а достаточно длительное время, достаточно длительный срок по заявленным гарантиям исполнителя, то есть подрядчика. Вот. Ну, скажем, не менее 3 лет должен пролежать асфальт. Вот. И всякие неровности, выбоинки, они, как правило, замечаются народом и начинаются подниматься и обращать на это внимание. Сейчас в рамках программы идет ремонт региональной трассы Астрахань-Красный Яр. Недалеко от села Пойменное строители укладывают асфальт на участке дороги протяженностью более 7 километров. Сдать объект планируют в середине сентября. Всего на ремонт дорог в Астраханской области в этом году выделили 1 миллиард 250 миллионов рублей. Основные работы по благоустройству трасс запланированы на 2018 год, и сумма финансирования вырастет до 1 миллиарда 320 миллионов рублей.